Каждое утро я просыпалась, и каждое утро жизнь для меня начиналась с чистого листа. Премьера в 21:00. После перенесенной автокатастрофы и операции ее психика еще не до конца пришла в норму. Любимая жена или пленница в собственном теле. Мне даже вспомнить нечего. Ни людей, ни событий. Оглядываешься назад, а позади пустота. Покорная жертва или женщина, способная бороться за счастье. У меня ЧП. Жена пропала. Я Марина Жданова. И в этом доме живет моя семья. Моя настоящая семья. Я люблю тебя, только я. Ты меня любишь, ты любишь это лицо. Кем бы она ни была, она везде чужая. Я была совершенно другим человеком. Жила чужой жизнью. С понедельника в 21:00 на канале «Россия».